Лабиринт. Наташка тут уже потерялась тут же. Она говорит, где? Где тут находится? Где тут находятся стены? Потому что вот мы тут видим девушки. Да. Они нас выучили. Так заходишь такой шестигранник. И непонятно, где дальше ход. Зеркало. Но на самом деле довольно просто, потому что у нас смотрит на отражение свои. Если ты его видишь далеко, значит, в принципе, это и есть уже выход. Я уже как бы понял. Более-менее понятно. Так, ну ладно, я прекращаю снимать.